около острова Карамзина выловил бейсбольный мячик, уже порванный. И к нему прицепилась морская уточка. Говорят, деликатес. Ну, какая-то она уж больно маленькая. Написана официальная лига Китай. Порванный мячик. Что-то он мягкий шибко для официальной лиги. Какая-нибудь детская, наверное. Пускай пока в ящике посидит. Подумаю, что делать. Наверное, так прямо отпущу, когда будет северный ветер. Чтобы она туда в море уплыла. Потому что если здесь отпустить, то ее просто прибьет к берегу.